Здравствуйте, это тележурнал на канале STV, программа о звездах, стиле и красоте. И я ее ведущая, главный редактор журнала «Мода Топикал» Оксана Федорова. А сейчас мы поговорим о модных тенденциях этого сезона. Наш фэшн-эксперт, телеведущий и имиджмейкер Олег Тарнопольский расскажет, как подобрать верхнюю одежду, исходя из особенностей фигуры. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о типах фигуры и о том, как лучше подобрать для себя верхнюю одежду. Какие цвета, фасоны, ткани актуальны в данном сезоне и как лучшим способом обрамить свою фигуру для того, чтобы выглядеть самой красивой, женственной и сексуальной. Если говорить о полных фигурах, то стоит обратить внимание на то, чтобы предметы вашей одежды были максимально простыми. Если вы выбираете верхнюю одежду, то мех должен быть максимально коротким, потому что любой объемный мех визуально еще больше обратит внимание на вашу проблему и сделает фигуру полной. Также обратите внимание на то, что декоративные элементы в виде больших воротников, отложных карманов, слишком широких рукавов визуально тоже могут искажать фигуру. Поэтому обратите внимание на то, чтобы модель вашего мехового жакета смотрелась очень просто, очень изящно, была скроена по прямой линии, идеально сидела по фигуре. Средняя длина в случае полных женщин работать совершенно никак не будет. Поэтому стоит обратить внимание на то, чтобы ваши меховые изделия были выполнены в виде горжетки или накидки. Такие модели вы всегда сможете использовать по случаю вечерних выходов, надев его на любое классическое базовое капсульное платье, брюки, комбинезон и любые другие предметы гардероба. В сочетании, например, свитера и брюк, такая накидка всегда будет смотреться элегантно, женственно и сексуально. При этом ваша фигура от этого не пострадает. Актуальными в этом сезоне являются различные пончо, объемные шарфы и мексиканские накидки, которые визуально также корректируют фигуру как полных, так и стройных женщин и создают ощущение некой новизны в образе. Обратите внимание на то, что практически все предметы гардероба были с коротким рукавом. В таком случае вы всегда сможете комбинировать с различными длинными перчатками разных цветов, которые вы можете смело запастись в этом сезоне. Вы будете каждый раз выглядеть по-новому. И ваш образ от этого только выиграет. При выборе пальто всегда обращайте внимание на то, чтобы ваше пальто было максимально простым. Лишние элементы и обрамление при помощи меха визуально будут искажать фигуру, что нежелательно в вашем случае. Подобные бушлаты идеально будут смотреться на высоких стройных фигурах. Для полных женщин будут работать пальто в форме тюльпана. Такие модели визуально будут стройнить нижнюю часть вашего тела, создавать ощущение правильной пропорции. И обратите внимание на то, чтобы творец пальтового изделия был не слишком длинным. Также вы можете обыграть свой образ с помощью любой активной вещи. В данном случае мы используем брошь, которая визуально будет отвлекать внимание от центральной зоны вашего тела, создавать некий акцент в образе. В данном пальтовом изделии мы используем яркий цвет. В таком случае вы всегда сможете обыграть свой образ, даже надев самое простое классическое капсульное платье. Для полных женщин я не рекомендую модели курток косых, потому что визуально создается ощущение очень маленькой зоны в области верхней части и объемной в области бедер. Если у вас полная фигура, отдайте предпочтение простому классическому тренчу. В таком варианте вы скорректируете фигуру с двубортными силуэтами. Нужно быть очень осторожными, потому что вы визуально можете еще больше обратить внимание на полноту вашего живота. Поэтому если в вашей фигуре прослеживается линия песочных часов, такая модель будет наиболее востребованной. Но в случае, если ваша фигура ближе к треугольнику или груше, то таких моделей все-таки стоит избегать.
Делайте свою жизнь ярче вместе с нами. И я, главный редактор журнала «Мода Топикал» Оксана Федорова, прощаюсь с вами. До встречи на канале СТВ.